Тяжелая игра была. Зарабатывается победил, но мы боролись до конца, забили гол в конце. Но интересная игра была, масса моментов, и я думаю, болельщикам понравилось. Как себя чувствуете после? Было тяжеловато, первая игра, и долго не катался, но хорошо, что рано начал, и чуть-чуть, наверное, скоро уже будет получше. Как восприняла команда? Да хорошо восприняла, многих уже знают здесь, и с многими ребятами играл, поэтому никаких проблем не было, тем более все по-русски говорят, на тренинг тоже знакомы, пересекались, поэтому все нормально. Уровень КХЛ как возвращение оцениваете? Высокий уровень, и здорово, что КХЛ растет и растет каждым годом, и, поверьте, очень тяжело было с ними играть, и хорошие две команды были, и я думаю, будет очень интересный сезон, если будет локаут весь сезон. Вам не показалось, что сегодня вас боялись, и когда, когда уходили на лед, и слабо все не, не показалось, и, конечно, не показал тот уровень, который хотел, но было тяжело, и, конечно, первая игра только, поэтому в следующий раз будет болельщик. Следующий соперник Казань, как вы будете настраиваться на Барс? Ну, я думаю, так же, ничего нового мы не будем. Чуть-чуть используем свои моменты, считаем построить в защите, я думаю, добьемся результата победы. Как вам тренер Пол Моррис? Хороший тренер, североамериканец, и хорошие тренировки, интенсивные, играем в агрессивный хоккей, поэтому ничего нового для меня нету. Стараемся всегда прессинговать защитников, но сегодня нам не получилось. Помните до этого, когда играли в Уфе? Не помню, давно было. Ну сейчас что можно сказать о поварении, о болельщиках? Ну и сами видели себе полный стадион и поддерживали команду здорово. И с такой поддержкой, конечно, ребята сыграли, выложились на 100%, и я думаю, база заслуженно победила. Оцените, пожалуйста, перспективы Металлурга на ваш момент. Ну, есть какие-то недостатки, есть над чем работать, поэтому хорошая команда, молодые игроки, хорошие, Потехин, Антипин. Я думаю, только сезон начинается, поэтому все впереди, будем работать, будет результат. И главное сейчас найти какие-то связки, большинство немножко не получается, но все впереди, только начинается сезон. В том звене, в котором вы сейчас выходите, вы и дальше будете играть, или пока неизвестно еще? Ну, пока, конечно, неизвестно, только первая игра, и, конечно, не все получалось сегодня, и в конце нас поменяли. Посмотрим, но тяжело судить по одной игре. Женя, обидно? Последний вопрос. Женя, обидно, что сегодня в стартовом составе вас не выпустили? Да нет, не обидно. И Платонов, Мозякин, они начинали весь сезон, ну, 4 первых игры вместе. И поэтому лидер команды, и прийти и сразу начинать, нет, не обидно. Спасибо, Женя. Can you speak English, please?